Тазы – это одна из древнейших пород собак. Казахская борзая особенно пользовалась популярностью в древнейшие времена. Сейчас преданных четвероногих разводят во многих регионах страны, в том числе и в Алтынсаринском районе Кустанайской области. Подробнее в нашем сюжете. У жителя села Убаган Руслана Кабжалила самый преданный друг – это пес по кличке Аламан. С самого детства вместе с отцом он занимается разведением особенной породы. Казахская борзая тазы во все времена славилась умом и ловкостью. Аламан тазымның аты. Я с собаками занимаюсь давно. Меня когда-то дед приучил. Он их очень любил. Например, эту собаку зовут Аламан. У нас три таких пса. Я их люблю. Это очень преданные животные. Тазы, как и любая порода собак, особенные. Они, например, не едят обычный корм. Их необходимо кормить чистым мясом. Так как это охотничья порода, они любят волю. Заперти их держать нельзя, так же, как и на цепи. Разведением этой породы я занимаюсь уже 5 лет. Пока у нас не так много собак, но мы хотим увеличить поголовье. Кормим их 2 раза в день. Еще они очень любят тепло. Зимой мы в основном ходим с ними на охоту, а летом занимаемся дрессировкой. Порода тазы – это своеобразное достояние казахского народа, гордость нации. Эти собаки связаны с многовековой историей. Раньше четвероногих даже приносили в жертву, когда нужно было решить спор или восстановить мир. Казахи издревле уважали эту породу собак. С этой породой связана наша история. С ними очень легко подружиться. Они умные и преданные. Эту породу всегда держали в тепле. Они жили вместе с людьми в юртах или в других помещениях. Сегодня эта порода собак находится на грани исчезновения, поэтому очень важно сохранить четвероногое достояние страны. Любовь Оплачкина, Алексей Руденко, телеканал Костанай.